В результате было установлено, что в торговом павильоне, расположенном на расстоянии менее 100 метров от школы, ведется торговля сигаретами. В магазине стражи порядка обнаружили и изъяли 53 пачки табачной продукции. В отношении индивидуальных предпринимателей были составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа с конфискацией товара. Мы просим всех жителей и гостей города Сочи, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02.